Всем привет! Я Винчестер. Велосипед. Самый труднодоставаемый ресурс – это болты. Спицы найти чуть проще. Все остальное, по сути, валяется везде. Игра DOS. Поехали. Отправляемся в Хозмаг. Нам нужен торговец. Для обмена тройной, двойной и обычной слезы. Достал я их в том же Хозмаге, только этажом ниже. За обычную слезу мы получим 7 ящиков. На моем уровне это максимум. Не знаю, как там будет дальше. За двойную 2. За тройную 1. Это мне сейчас не нужно. Всему свое время. Возвращаемся домой. И теперь будем открывать наш хабар. Начнем. Нас интересуют в первую очередь сундуки с материалами, а все остальное в данный момент второстепенное, но тоже нужное. Пока без лишних слов. Теперь осталось узнать, получу ли я желаемое. Просто смотрим. Болты и спицы мне выпали. Дело осталось за малым. Это кладем сюда. Построить. Это меню нашего транспорта. Место установки внедорожных колес, установка дополнительных сумок, оружие ближнего боя, покраска, поддержка. Добавим. И установим модификацию. Откроем еще один разъем. И также закинем то, что у меня есть. Отправляемся в путь. Вот так это будет выглядеть каждый раз, когда мы захотим воспользоваться велосипедом выживальщика. Это стоянка механика по имени Заноза. К сожалению, для обмена у меня ничего нет. Но зато продолжается сюжетная линия. Модуль памяти поврежден. Требуются артефакты для получения координат объектов. Для нас запрашивают артефакты. Далее ненужная информация.
Задание выполнено. Предметы доставлены в хранилище. Также мы теперь можем искать схему мотоцикла, но это точно не сегодня. На этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Пока!